комбайновой уборки. Вот я говорю, у него созревание идет около 95% одновременного созревания. То есть для комбайновой уборки нужно, чтобы было как минимум, как можно меньше зеленых плодов. Практически весь, потому что когда комбайн проходит, поле после этого зачищается, на поле ничего не остается. Поэтому этот томат, он ранний томат, у него он среднеранний. У него срок вегетации идет 85-95 дней. Хорошее количество бриксов, как раз это подходит для переработки, потому что в основном комбайновая уборка, это томаты уходят на заводы по переработке. Либо консервация, либо томатная паста. Трехкамерный. То есть в любом случае, даже при уборке комбайна, он хорошо доедет на большие расстояния, то есть не нужно искать это поблизости того, чтобы быстрее ладать, потому что потечет томат. Он остается целым, то есть комбайн его не бьет, потому что плотная стенка идет. У него до 7 мм стенка. И камеры, и стенка идет, достигает до 7 мм. И точно так же, как апгрейд может стоять в поле уже после дозревания его, да, когда уже начинается техническая спелость, 30 дней может находиться в поле. То есть если немножко упустили с агротехнологией, и он как должен не дошел до нужной зрелости, там 90-95% не дошел до нужной зрелости, то есть месяц может еще после начала созревания простоять в поле. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.